Здравия желаю, дамы и господа. Да благоволит к нам Господь. С вами Грибабас. И Джон Клюкер. Сейчас опять рубрика «Короткие вопросы, короткие ответы» к Грибабасу. Грибабас, вот у тебя была бы такая приличная сумма в кармане. Ну, там, допустим, 1010 рублей. Ну, 10 тысяч рублей уже. И пошел бы ты в ресторан, короче. У нас вот есть ресторан «Нита». Помнишь, да? Да. Ты был там хоть раз? Был. Вот. Скажи, что бы ты бы себе заказал там бы в ресторане? Какие блюда? Заказал? Да. Ну, первым делом плов. Вот, плов. Только помидоры такие большими такими кусками, чтобы были помидорчики лежали так это, в круг. Ну, и такая большая, такая гора такая. И полита обильно соусом. Вот, потом эти огурцы по-флотски. Такие маленькие огурчики такие, тоненькие такие, вот я бы заказал. Вот. Огурцы грамм, по-флотски, так. Что-то первый раз слышал. Не, никак они называются. Корнишоны, что ли? Корнишоны. Ну-ну. Вот. Потом, короче, компот. Первое что-то было бы? Первое я не самое. Не а, хочу. Ну-ну-ну. Вот. Потом этот компот, ой, да, это, кофе, такую большую чашку, и такие пирожные большие такие, и такие толстенькие, типа как вафельные такие, мягкие такие вот. Вот такую штуку заказал я себе. Да, и все вроде бы. А потом еще такое пирожное такое. Такое, как это, в трубочку такие, кругленькие такие. Это вот а, это, видимо, с этим, внутри с кремом, да? Да. Вот то есть два пирожные, плов, да. Кофе. Да, все... и булочку такую, так, кофе. И потом сахару еще, кусками такими вот. Там штук 5-6 сахарочков таких. И ложечку маленькую помешать. Сюда два пирожных, булочку. И что, сахар, говорит? Сахар. Ну ты молодец. Ты, блин, после такого этого обеда покоришь 50 километров пути, наверное. В походе, да? Ну. Все, спасибо за внимание. Всем удачи. Счастливо. Вон, посмотрите, Грибабас где стоит. На остатках снега. Все, до свидания. Грибабас, скажи пока-пока. Пока-пока.